что, дорогие друзья, всех категорически приветствую. Всем привет, дорогие друзья, зрители, подписчики. С вами, как всегда, на связи ZenLife, робот распаковки и обзоры. Дорогие друзья, давайте-ка я вам покажу, и как раз мы узнаем. Так, какое сегодня число? Сегодня у нас 8 марта 2018 года. Как вы видите, Яндекс показывает 12.42 сейчас. И самое удивительное, дорогие друзья, сегодня я успел забрать заказ из пункта самовывоза СДЭК с интернет-магазина БУК-24. Сегодня до 2 часов, сокращенный день, но все-таки выдали мне заказ, я успел забрать. И как я некоторым обещал, на 8 марта будет распаковочка. Прикупил я на праздник, и вот видите, мне отправили аж 1.03.2008 года. БУК-24, мы любим книги. Интернет-магазин БУК-24.ру. Здесь у нас указано, так сказать, пункт самовывоза СДЭК. И с 1 марта как раз за неделю она дошла. Вот такой вот кулек. Собрал, оплатил. И что же я все-таки заказал? Давайте-ка вам покажу. Первое это «Мех, мох и сова», «Амстердам» и другие истории. За 323 рубля 40 копеек. Второе. «Наше детство». Коричневая обложка Олега Чищенкова. За 107 рублей 80 копеек. Третье. «Манхэттовский проект. Книга 2». За 107 рублей 80 копеек. Взял книга 2, хотя у меня ни книги ни первой, ни третьей нету. Ну, за 107 рублей 80 копеек нормально. И четвертое. «Сорви голова. Миллер. Том 1». Это просто шикарно. У них была цена по ошибке. И как раз составлял 258 рублей 30 копеек. Взял я, обратите внимание, две штуки. Ну, сейчас я буду распаковывать и объясню, почему я взял две штуки одинаковые. «Сорвиголова», «Миллер». Потому что так он стоит 750 рублей в 28.ru. Давайте-ка непосредственно приступим к анбоксингу, к распаковочке. Видите, все замотано. Так, ну давайте-ка возьмем ножницы и будем открывать. Рвать, открывать. Да, быстрее как-нибудь подрежем, потому что сегодня Международный женский день, 8 марта 2018 года. Да, несколько лет назад как раз и был записан мой первый ролик на YouTube 8 марта. А какого года, вы напишите, пожалуйста, в комментариях, мои верные, дорогие подписчики, кто знает. Какого года я первый ролик записал 8 марта 2000 какого-то года. Так, давайте-ка еще немножечко подрежем. Во, 8 марта, Международный женский день. Подарок себе на 8 марта. Так ролик будет называться. О, видите, вот такую вот стопочку комиксов я приобрел. Вот, достаем. И вот Daredevil, «Сорвиголова». Во, все. Внутри у нас нет ничего. Давайте-ка я вам продемонстрирую, что же я все-таки приобрел. Итак, дорогие друзья, это у нас «Сорвиголова» Фрэнка Миллера и Клаус Янсон. Вот такой вот «Сорвиголова». Marvel, «Сорвиголова». Том 1. Все идеально. Хотя нет, не в идеальном состоянии. Вот этот, видите, уголочек подмят. Так, ну это первая книга, может быть, вторая нормально будет. Так, вторая книга «Сорвиголова», Фрэнк Миллер и Клаус Янсон. Так, здесь тоже, видите, смятый уголок. Наверное, из-за этого и цена такая дешевая. Ну, один том, я, дорогие друзья, в честь 8 марта разыграю между подписчиками, устрою конкурс чуть позже. Как раз одно «Сорвиголова» будет призовой фонд, короче, приз будет. Так, дальше смотрим. «Сорвиголова», так, «Мэг, Мок и Сова», «Амстердам» и другие истории. 18+, «Камильфо» и, соответственно, осталось у нас вот два таких вот «Наше детство» и «Манхэттовские проекты». Ну все, дорогие друзья, всех с праздником! Дорогие женщины, всем удачи, все, пока, пока. Лайк не забудьте поставить.